Сначала услышали свист, взрываться все начало, свист как града, знаете, когда стреляют. Впереди взорвалось возле автобуса, сбоку снаряд тоже взорвался, стекла повылетали. Плохо помню, что дальше все в тумане, как таком. Взрывной волной отбросило нас, и солдатиков двоих, помню, из автобуса выкинуло. Так, зараз ще пару дублів. Все? Готово? Починаємо зараз. Я їхала домой. Еле успела на маршрутку, чуть не опоздала на нее. На блокпосту остановились мы, и у нас документы проверять начали. Сначала свист снарядов такой, как града, знаете, когда стреляют. Взрываться возле автобуса начало все впереди, помню. Потом где-то сбоку возле машины. Фу, какой машины? Так, початок добрый. Продовжуємо з спочатку услышали свист, потім монтаж зробимо. Все, поїхали. Спочатку услышали свист, взриватися все почало. Свист как града, знаете, когда стреляют. Впереди взорвалось возле автобуса, сбоку снаряд тоже взорвался, стекла повылетали. Плохо помню, что дальше все в тумане, как таком. Взрывной волной отбросило нас, и солдатиков двоих, помню, из автобуса выкинуло. В проходе люди лежат раненые. Кто, может, умер, наверное, уже. Там и проверять вообще невозможно, что все это было. Кто-то давай уже выбираться из автобуса. А я не могу пошевелиться даже, потому что все болит, головой ударило сильно. Помню, как кто-то меня под руки взял, и давай вывозить из автобуса. В яму кинули, я там лежу, пошевелиться не могу. Мне говорят, не кричи, а я и моргнуть не могу, все болит. Людей скидывали туда тоже, всех из автобуса, кто раненый, с ранениями разными, там, девочку одну помню. Так, ні, не поспішай. Швидко, дуже швидко, як скоро можу. Ніхто не повірить. Ти травмована. Повинна мову тягнути. Ти голодиш. А так все добре. Не поспішай тільки. Заспокойся. І ще разок. Давай спочатку. Готово? Все, тиша на мережі. Я їхала домой. Я не успела на маршрутку. В этот раз чуть опоздала. Остановились на блокпосту. Документы у нас стали проверять. Сначала свист снарядов. Такое, знаете, как когда грады стреляют. И взрываться все вокруг начало. Впереди возле автобуса снаряд разорвался. Сбоку тоже. Взрывной волной откинуло нас. Стекла все повылетали сразу. А там, вот, не помню дальше, все как в тумане таком. Смутно очень. Помню, солдатиков двоих из автобуса выкинуло. В проходе люди лежат. Жизнь такая, кто раненый, наверное. Кто уже умер уже, так проверять-то, когда-то никто об этом даже не думал. Пытались как-то из автобуса вылезти, кто мог еще. А я головой ударилась и пошевелиться не могу. И думала, все уже. Потом помню, кто-то под руки меня взял и из автобуса давай выводить. В яму какую-то, то ли окоп, не знаю, кинули, кричат, не шевелись, а я мне моргать даже тяжело, все болит очень.
ужасно все, потому что людей дальше тоже, я помню, стали скидывать с ранениями какими-то разными. А девочку одну спасти ее, наверное, не получилось. Она вся израненная, я помню, она впереди меня ехала и всю дорогу по телефону с кем-то разговаривала, и я вот теперь все время она у меня перед глазами. Я думаю, это же я могла быть на ее месте. И Бог спас меня, я теперь молюсь, благодарю его за то, что у меня второй день рождения. Состреляли, за Кучаевска стреляли с той стороны. Я этот район хорошо знаю, а сейчас он под террористами, и они это стреляли. Я не знаю, тут вообще на украинскую армию можно думать, потому что мы были внутри, мы видели, откуда снаряды стреляют, и стреляли со стороны террористов. А мы были на территории украинской армии, возле их блокпоста. Понятно, это эти сволочи эти стреляли по мирным жителям, попали снайперы, они хреном. Я ненавижу их, понимаете, они в мирных стреляют, они, сколько вон у нас молодых было в этой маршрутке, сколько ранено, теперь убито ребят. Так, все, молодець, все добре, чого вас добре, молодець. Здоволені, ну, знімає з мене цю фігню вже реально дихати нічим. Реально дихати нічим. Доволені, ну, знімає з мене цю фігню вже реально дихати.